Ислам, ассаламу алейкум. Поздравляю, успешное выступление на Кубке России. Это все как прошло и как происходило? Расскажите, пожалуйста. Так, Кубок России проходил в городе Волгоград 5 октября 2024 года. Проходило на стадионе у реки Волги, рядом с реки Волги. И на стадионе круг 400 метров, и так мы 6 часов крутились по стадиону. За 6 часов кто больше набежит, тот становился обладателем Кубка России. В этом чемпионате я занял 3-е место среди молодых бегунов. Вот, допустим, вы боксер, как стал бегуном? Вот это расскажите, пожалуйста. А? Вот это вопрос тебе. Я в 90-х годах я был боксером, был мастером спорта России. Когда проходили сборы, помню, в Избербаше проходили сборы, нас бывали, мы там соперничали на 5, на 8 километров. Покойный Магомед Мусаевич, я помню, нас отправлял здесь из города Каспийска, где вот здесь неподалеку стадион, там, где на улице Ринг, с этого стадиона мы бегали до кемпинга и обратно. И кто первым прибежит, ну, там поощряли каким-то подарком. Я всегда в беге, я в молодости любил бегать. С первого класса я бегал. Бег, это было вообще-то, это было мое. Я любил бег. Как мне многие боксеры говорили, если бег ты полюбил, из тебя получится толк. Поэтому я всегда первым приходил. И когда я занимался боксом, и после бокса я начал... у меня даже была астма. Астма? Да, астма. После бокса у меня была изначальная астма. Был такой врач, доктор Шамов. Он мне дал диагноз и прописал мне ингалятор. И на редукторе в Махачкале в больнице, мой участковый врач, она меня как вспомнила, то, что я боксировал, был потянутый, она говорит, давай начни с бега, и у тебя это все пройдет. Вот так я начал бегать, сначала как любитель, потом перешел в профессиональный вид спорта. Так, вот сейчас мы вернемся опять туда, Кубок России. Ага. А Дагестана, еще ребята были там? Нет, я был один. На такие дистанции я только единственный участник. Да? А на длительных дистанциях, на суточные, на 6-часовые, 12-часовые, только один я участвовал. Вот еще один такой вопрос. Вот в ближайшее время, вот это уже год проходит, есть какие-нибудь соревнования? Так, меня пригласили ребята, которые вот стал молодой парень обладателем Кубка России по 6-часовому забегу. Из Саратова. Он мне предложил 22 декабря будет всероссийский турнир 6-часового забега внутри в манеже, 400 метров круг. И я готов поучаствовать на таком престижном турнире. Ислам, работаете или чем вы занимаетесь? Скажите, пожалуйста. Я работаю и в школе, и в энергетическом колледже, преподаватель физической культуры, и тренирует уже легкую атлетику. Ага. И я хотел бы огромную благодарность и какую-то помощь и поддержку мне оказывает мой директор Алиханов Закири Бадулахович, директор энергетического колледжа. О, вот, видишь, такие люди, когда рядом, это хорошо, спонсорская поддержка. Угу. Ну, дорогой друг, удачи вам, удачи. Спасибо.